Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Полупановы». В попытках построить супермаркет на месте старого дома, заказчик потребовал от своей подчиненной Наташи уговорить владельцев съехать в более комфортное жилье. Наташа знает, с кем связывается. Полупановых обычно семьей назвать сложно. Отец семейства Игорь, мать Татьяна и их сын Федерико до последнего отстаивали свое имущество и борются, и им пришлось не только с заказчиком. Как быть, когда на тебя давят со всех сторон? Продолжение многосерийной комедии «Полупановы» появится в 2025 году. Проект студии «Пензи Фильмаш» по стилю съемок напоминает давний сериал «Реальные пацаны», который много лет пользовался успехом у зрителей. Настало новое время, а картина все так же органично вписывается в вечерний эфир телеканала ТНТ. Если вам понравился сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.